1978 года рождения. Собственно, вес 73 килограмма ровно. Илья является двукратным чемпионом мира. Получил результат в толчке 159 подъемов. Тренер под руководством Денисова и Калинина. На пятом мосте выступает представитель Москвы, мастер спорта международного класса Баран Егоров. Спортсмен 1992 года рождения, собственный вес 72 килограмма 700 грамм. Егор является призером национальных соревнований 2019 года. Лучший результат в толчке 127 подъемов. Тренируется под руководством Евгения Шаповалова. На шестом помосте выступает представитель Тюменской области, мастер спорта международного класса Попов Владимир. Спортсмен 1989 года рождения, собственно, вес 73 килограмма ровно. Личное достижение Владимира, чемпион России 2015 года, чемпион Европы 2015 года, чемпион мира 2015 года, серебряный призер России 2018 года, чемпион мира 2018 года. Лучший результат в этом упражнении 151 подъем. Тренер под руководством Лесникова и Бакума. Утренние смены группы лучший результат в толчке в этой весовой категории был показан спортсменом из области Сутягин Валентин и равен 132 подъема. Хорошо, Саня! Надо прям 6 минут. 14, Саня, хорошо, хорошо! Дальше, Саня! Нормально, все ровно! Саня, ноги расслабляй! Маха, так и работай, не гони пока! Спокойно, спокойно, Маха, эконом! Саня, всем прошел, хорошо! Ножки, Саня, два раза! Маха, ноги поищи, ногами помогай!
Полторы осталось. Давай, нарабатывай. Добавь, Сань. Давай, давай, давай. Все, добавляем, Сань, надо. Саня, последняя минута. Давай, давай, давай. Толчок надо. Ротный толчок. Хорошо, хорошо. Давай. Не жалей себя, Саня, надо. Ножки главное, надо. Хорошо. Давай, 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 Сань, за 140 надо. Уходи! Давай, давай! Вот так, давай, да! Давай, Сань, ногами ищи, ногами жестче, вот так! Давай, давай, давай! Вот так, Сань, да! Давай, давай, полтори год! Хорошо! Давай, давай, молоди! Давай, 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 сойдем! Все, сразу, Сань! 12 раз еще! 11 раз, давай, думай! Сразу! 10 раз сойдем! Ногами жестче, Маха, ногами! 10 раз, давай! Пока полдела. Вот это да. Вот это еще.